Число семей, которые благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям получают возможность испытать радость материнства и отцовства. В Кузбассе ежегодно увеличивается процент наступления беременности у пациенток, составляет 38%. В этом году в Кузбассе по ОМС ЭКО могут получить 1100 женщин. Квоты распределены между 6 медицинскими учреждениями: перинатальный центр город Новокузнецк, медицинский консультативный центр «Медика», перинатальный центр «Кемерово», медицинский центр «Красная горка», медицинский центр «Эксперт» и «Медиасервис». Центр ЭКО в перинатальном центре Кемерово работает 4 года. Ежегодно в нем проводится более 200 процедур ЭКО. Также в Кузбассе растет количество семей, которые ответственно подходят к вопросам планирования беременности. С начала этого года только в Центр охраны здоровья семьи и репродукции Кузбасской областной клинической больницы имени Беляева обратились 433 женщины по вопросам планирования беременности и подготовки к рождению ребенка.